Всем привет, меня зовут Ян, если вдруг кто забыл, я приглашаю вас сегодня на прогулку по одному из самых живописных мест в Варшаве, Лозенковскому парку. Этот парк – настоящая жемчужина польской столицы. Я покажу вам, почему это идеальное место для отдыха и вдохновения. Площадь парка 76 гектаров. Парк располагается в самом центре города, и, понятное дело, если пересчитать стоимость земли здесь, то парк обойдется в какую-то конскую сумму, если вдруг кто-нибудь захочет его приобрести. Хотя это невозможно, потому что это историческое наследие. Вдалеке виднеется Мышлевицкий дворец, мы к нему сейчас подойдем, я вам немного про него расскажу. Мышлевицкий палац – это вообще-то мое любимое архитектурное сооружение в парке Лозенки-Крулевски, и он имеет очень богатую историю. Через него можно прямо-таки погрузиться в атмосферу 18 века. Изначально король Станислав Август Понятовский строил дворец для себя. Но во время строительства он понял, что дворец для короля маловат, и подарил его своему племяннику Йозефу Понятовскому, который был еще и по совместительству маршалом Франции. Над входом во дворец мы можем увидеть его инициалы. Также во дворце принимали Индиру Ганди и Ричарда Никсона, а еще там проходили тайные переговоры США и коммунистического Китая втайне от Советского Союза. Во дворце объединились два архитектурных стиля – рококо и неоклассицизм. Он был возведен одним из первых строений в парке для короля Станислава Августа Понятовского. Назван в честь находившейся здесь деревни Мышлевец. Интерьер внутри есть. Это музей, в него можно зайти, как и почти во все строения в парке. Это довольно занимательно, всем рекомендую. Станислав Август был большим любителем искусства, и его коллекция насчитывала 2478 картин. Это очень много, и всего лишь 10% из них сейчас находится в Варшаве. Часть распродали наследники, часть была утеряна в войнах и политических скандалах, часть была уничтожена в тех же войнах. Знаете, первую свою картину он купил в 16 лет, и он себя чувствовал обладателем просто такого маленького сокровища. Я вот вам даже цитату зачитаю.
Купивши маленькую картину, я почувствовал себя обладателем истинного сокровища. Ну, я, если честно, тоже хотел бы купить какую-нибудь старинную картину 18 века, но у меня денег на нее нет. Конечно, сейчас погода хоть и осенняя и прохладная, но очень приятная. Можно сказать, волшебное время. Я все равно люблю лето больше и весну, но тем не менее сейчас тоже очень неплохо. В целом, я бы очень любил осень, если бы она вся была такой, без дождя, теплой и приятной. Центральный дворец на воде, вокруг него водоем, как ни странно, плавают уточки, рыбы, большие рыбы, так и хочется их половить, но нельзя. Раньше на этом месте был другой дворец, но его перестроили, под заказ, конечно, для Станислава Августа Понятовского. Там находится амфитеатр. И в нем обитают страшные животные, павлины. Почему же я их считаю страшными животными? Да все на самом деле очень просто. Они так страшно орут, особенно вечером, и прыгают с веток деревьев, что кажется, что он сейчас прыгнет и тебя просто зашибет. Так-то они еще и не маленькие. Ну давай, прыгай, молодец. Мне надо было тебя снять. Ну вот, эти здоровые туши летающие. А обитают они здесь, потому что здесь есть островок, на который не пускают обычных людей. Вот этот островок, это как раз сцена. Она сейчас ремонтируется, но им там спокойнее, чем в остальных местах, так как доступа там к ним нет. Вот они и курсируют. Людей они здесь не боятся от слова совсем. Летают туда-назад между рядами, где должны сидеть люди, и сценой. Видите, да, шевелится что-то. Вон он сидит. Огромный. Я вот думаю, как под ними ветки не ломаются. А вон второй белый. Вот. Если вы думаете, я говорил про эти звуки, нет, это он, наверное, сейчас 2% от мощности включил у себя. Орут они реально страшно. Аж на стену залезть хочется, если ночью услышишь. И это еще вы не берете в расчет того, что вас могут в парке на ночь закрыть, если вы не выйдете до 21, и тогда вам придется идти в место, где сидит охрана и администрация парка, и просить там, чтобы вас выпустили. Ну или перелазить через забор. Да. По очереди, по очереди. Все в порядке, живой очереди.
кто-то хочет влезть вперед. Опа, первый пошел. Я сейчас чувствую, что он как меня клюнет сверху. Но я не удивился бы. Но посмотрите, сколько их там. Раз, и два, и три, и четыре, пять. С ума сойти. Шесть, семь. Кажется, восемь штук. И еще три возле меня. Ну, не буду идеализировать. Не все в этом парке так хорошо. Люди все же свиньи. Кидают здесь бутылки часто, бычки, бумажки, стаканчики и не убирают их за собой. Поднимусь на верхний ряд, чтобы показать вам панораму парка. Такие ступенечки, калитка к верхнему ряду ведет. Я специально вышел вечером, чтобы показывать вам все в вечернем свете. Но, видимо, я вышел слишком вечером. Тут такая небольшая плотина. Вот, предназначение я ее не знаю, можете сами подумать. У этого павлина вообще вип-ложа. Вот он сидит, вот. Все остальные там на одном дереве ютятся, этот один, на своем собственном. Знать бы мне еще, чтобы вам рассказать, кто эти ребята такие, я бы вам рассказал, но я не знаю, поэтому не буду. А вообще здесь иногда проходят концерты. Ну, знаете, намного чаще, чем сами концерты, здесь садятся люди и просто отдыхают. Кто-то с собой берет еду. В целом, это очень приятное место для отдыха. Вода, вид на дворец, если в правильном месте сесть. Вот в том. Отдых. А с обратной стороны есть кафе. Но его я вам показывать не буду, ибо я еще не докатился до того, чтобы обозревать кафе. На самом деле еще не так темно, просто я сделал так камеру специально, чтобы было немножко все более четко. Лебедь. Не, ну так лучше, да. В данном случае так лучше. Ребят, кто не знает, за дворцом на воде канал идет дальше, и он проходит под дорогой. И заходит в Уэздовский парк, который находится буквально через дорогу, в прямом смысле в 5 метрах от Лозенковского парка. Тоже довольно красивое место, там тоже есть дворец. Я вообще это считаю за один парк, но это неправильно. Красивый камыш, лебедь и две утки, три утки, вот еще одна. Живности здесь много. Есть количество белок прям большое, в обилии, я бы сказал. А еще здесь, помимо уток, лебедей и павлинов, есть птички, которые называются мандаринки. Кто не знает, это такие водоплавающие птицы, если так их можно назвать. Амфибии, что ли? Как называются птицы, которые плавают в воде, как утка? Утка-мандаринка. Утка-мандаринка. Вот, ребят, прикиньте, как я закрутил. Ну так вот, эти птицы обычно живут по отношению к дворцу. Они очень часто тусуются вот здесь. Это их любимое место под этим мостом.
Вот кто захочет на них посмотреть, первым делом идите сюда. Они такие маленькие, и они, в отличие от обычной утки, цветные. Не в смысле фиолетово-оранжевые, а в смысле оранжево-зеленые. Шутка. Я вам просто покажу, если найду. Или вставлю картинку. Ну, ребят, вы, короче, поняли, что это место очень любят утки, но, видимо, сегодня суп из обычных уток здесь. А мандаринок нет. Вы куда мандаринок дели, уважаемые? Вы их что, вытеснили? Блин. Жаль, не покажу я вам мандаринку. Но если она мне встретится, обязательно ее сниму. Вот они. Кто хочет посмотреть на уток, идите сюда. Вот к этому мосту. Вы поняли, где он. Сейчас 18.01. И этот звон сигнализирует нам о смене часа. Вот так выдал. А еще на этом озере можно поплавать на лодочке. Чем туристы часто пользуются. Но я вам не дурак. Я за такие деньги сам лодочку могу купить и плавать на ней, где захочу. Шутка. Если бы лодочки столько стоили, я бы уже открыл бизнес по сдаче лодочек. В этом же месте. Но все равно я не люблю плавать в маленьких водоемах на лодках, потому что это неинтересно. Намного интереснее плавать в водоеме, в котором много разных мест, которые можно изучить не за 15 минут. Дворец на воде, вид сбоку. На самом деле, я как-то увидел картинку с вот этими колоннами. И знаете, я ее увидел в Pinterest и такой думаю, блин, а я очень часто сохраняю к себе в профиль дворцы, яхты, велосипеды, какие-то винтажные автомобили, ну нравится мне такое. Вот. Я сохранил эту арку, а потом так подумал, где-то я ее уже видел. И потом снова открыл, такой, точно, ну это же точно Лозенковский парк. С левой стороны. Если смотреть от дворца в сторону памятника Яну Третьему Собесскому. Кто был в Лозенках или кто здесь жил в Варшаве, тот, скорее всего, поймет. Объяснять долго, поэтому не буду. Ничего экстраординарно интересного там нет. Белый домик. Здесь Станислав Август Понятовский, как я вам уже неоднократно рассказывал. Принимал своих любовниц, но вдруг кто не видел мои прошлые видео. А еще здесь жил Людовик, вроде бы 18-й. Людовиков было много. Их всех и не запомнишь. Ну вот, здесь жил Людовик 18-й во время своего изгнания из Франции. Ну, неплохой такой домик, внутри я был, тоже... Не на экскурсии, просто зашел внутрь, потому что это также музей. В Лозенках есть бесплатный день, как и во всех остальных парках и музеях. Ну, не в парках, а точнее в музеях и во дворцах в Польше почти во всех есть бесплатный день. Можете посмотреть на сайте, говорить не буду, потому что, к примеру, с прошлого года он поменялся. И это можно увидеть на картах и на сайте, написан разный день. Боже, как живописно. Фонтаны — это не сильная польская сторона. Воду уже выкачали отсюда. И все клумбы разобрали. Остались 4 одиноких дерева по углам. Деревца. Маленьких таких. А раньше здесь были розы. Красивые. Вообще, все клумбы уже разобрали, кроме той, которую я вам показал в начале с какими-то маленькими цветочками. Название я их не знаю. Сейчас покажу вам эту чудесную оранжерею.
которая сияет просто как рождественская елка по сравнению с остальными постройками парка. Перед вами расположена водонапорная башня. Точнее, я бы назвал ее водосборной башней, так как никакого напора она не создает. Бак для воды у нее не сверху, а вообще под полом. А сверху там огромный конус, то есть крыша как будто вогнута вниз. Вода собирается в подвалах, и внутри это хорошо показано. В нее тоже можно зайти. Там есть конструкция этой башни, она как бы разрезана модель пополам. И ты можешь раздвинуть эти половинки, ездят по рельсам, и посмотреть. Там такие кирпичные подвалы, в которых хранилась вода. Я думаю, ее выкачивали оттуда насосами. Боже, як турист пенг, я не могу. А если серьезно, то здесь просто восхитительно. Сейчас я смотрю, я, если честно, и сам не знал, что в темноте оранжерея настолько клево выглядит. Я бы даже посоветовал, если вы уже под вечер окажетесь в парке, первым делом посмотреть именно на оранжерею. Так как она со стороны центрального входа в нее просто поразительна. Колонны еще в этом вечернем свете, на которых стоят статуи. Это вообще произведение искусства. Сейчас найду, здесь где-то Юлий Цезарь был. Кто это? А, извиняюсь, это Калигула. Это важно для вас. Здесь тоже фонтан, но он тоже уже закрыт. Даже фонтан закрылся с горя, что лето ушло. Оранжерея внутри отреставрирована. А также внутри оранжереи есть очень красивый театр. На него можно посмотреть, правда, только с балкончика, но тоже неплохо. А раньше эта оранжерея была внутри просто побелена в белый цвет. И там стояли тропические растения. Сейчас там стоят репродукции статуй известных, из известных музеев. Оригиналов здесь, насколько я знаю, практически нет. А еще здесь в данный момент проходит какой-то фуршет. Или мероприятие, на котором запланировано много вина, много еды и всего того подобного. Да, здесь-то мой речевой аппарат и поплыл. И всего тому подобного, вот. Столы стоят, бокалы для вина стоят. Потрясающе. Знаете, я бы здесь, конечно, свадьбу свою отпраздновал в такой-то оранжерее. Это точно лучше, чем шатры для кейтеринга. Это у нас статуя Тиберия. А где же Цезарь? Я хочу найти и показать вам здесь статую Цезаря. Он точно где-то был. Так, Цезарь. Видимо, он был по той стороне. Кто это? Адрианус. Хадрианус. Как на латыни читать? Я не умею читать на латыни. Вот. Единственное слово, которое я знаю на латыни, это искусство. Арс. И все. Где же Цезарь? Где же? Помпей? Вроде так. У меня с императорами Рима вообще странные отношения складываются, я их абсолютно не помню. Троян, что ли?
Блин. Сейчас опозорюсь, когда буду называть чье-то имя. Потом, как говорится, мучайся с этим, живи. Ну, короче, вы поняли, что императоров Рима я не знаю. Знаете, здесь же я, наверное, запишу завершение для этого видео. Если будете в Варшаве, обязательно посетите Лозинковский парк. Желательно вечером. А вообще, когда угодно посещайте. Он всегда прекрасен. Но специально ехать сюда, ну, пожалуй, не стоит. Только если вы не фанат дворцовых комплексов. Прям фанатичный фанат. Хотя в таком случае лучше поедьте в Вилянов. Я уже черное пятно на экране. Ну, всем пока.